Александр и Жанна Салин, «Взаимность». Один Александр. Окей. А ты его вдохновляешь. Я прошу прощения. Песня написана буквально вчера, поэтому Жанна не успела раньше. Так, «Взаимность». Могу не говорить, пожалуйста. Могу не говорить. Слова Лео Хемельзона, музыка моя. Как щепку ты море качаешь меня, но думай, тебя я умещаю. Улыбки судьбы не желая менять, улитке и той не мешаю. Сказочно дивные части, желаний несметных чудес утолив, познаю безмерное счастье. Наденешь ты маскою штормы лишь ты, на жизнь обозрясь и раздобрять. Величеством лучезарный твой стиль, художеством пышущий образ. Я морем зверин восторг отражу, в огне и свечи, и в лучины. Пылающим сердцем тебе удружу, оставшись песчинкой пустыни. Пылающим сердцем тебе удружу, оставшись песчинкой пустыни. Как щепку ты море качаешь меня, но думай, тебя я умещаю. Улыбки судьбы не желая менять, улитки той не мешаю. Улыбки судьбы не желая менять, улитки той не мешаю. Я назвал эту песню философическим музыкальным произведением. Я увидел во многих стихах у Лёва вот эту глубокую связь человека-природы, человека-моря, человека-неба, человека-космос, душа человеческая, сердце. И все это взаимосвязано, и все вмещает одно в другое, помещается одно в другое. Это замечательная идея, я ее разделяю. И не только, да. Ты тоже объездил весь Союз. Да. Совершенно точно. И я бы хотел сказать, что я полагаю, что у Лёвы есть определенный успех. 3 года назад была одна песня, а сегодня его стихи пользуются большим спросом. Я насчитал 17 песен, может быть, их больше. Намного больше. Представьте себе, что будет, 30 когда он доживет до положенных 120 лет. Это будет сотни песен. Во всяком случае, больше, чем у Добронравова и Юрий Стрельцин, краткие формы. Значит, у меня вопрос к мельницам. Кто видел Лёву с усами? Мы все. Мы все. Мы все. Мы все. Мы все. Мы все.